Ради управляемого робота пожарного создали ученые в Саратове. Самоходная машина оснащена видеокамерой и способна работать в самых труднодоступных местах. Аналогов в России нет. При необходимости устройство легко превращается в робота-сапера. Сергей Арсеньевичев с подробностями. На настоящие пожары изобретение саратовских ученых пока не выезжает. Робот весом в 120 килограммов нарабатывает навыки. Робот пожарный отправляется на тушение туда, куда людям отправляться опасно. Он управляется дистанционным пультом. На прямой видимости это расстояние может составить до километра. И начинает свою работу. К роботу одновременно можно подключить два гидранта. Один с пеной, другой с водой. Чтобы оператор на расстоянии мог контролировать угол атаки струи, над подающим стволом установлена видеокамера. Картинка транслируется на пульт. Проектировка и строительство самоходного огнетушителя заняла у ученых Саратовского аграрного университета около 2 лет. Придумали ходовую базу, шасси, гусеницы взяли от снегохода, лафетный ствол стандартный, но его роботизировали, чтобы двигался во всех направлениях. И также он может компактную струю преобразовать как бы в распыленную и обратно. Сфера применения робота, по мнению ученых, может быть обширной. И в первую очередь это опасные производства, нефтехимические заводы и нефтеналивные эстакады, где работать предстоит в тяжелых условиях. С учеными согласны и пожарные. Даже в тушении городских пожаров робот может быть полезен. Ну и также в жилом секторе, где существует угроза обрушения конструкции. Мы можем пожертвовать техническим средством, но не людьми. Еще одно преимущество в модульной системе. При необходимости верхняя часть демонтируется, и пожарный робот превращается, например, в манипулятор, с помощью которого можно проводить разминирование. Сергей Арсеньевич, Даниил Якимов и Михаил Ситников. Вести, Саратов.